Здравствуйте! И с вами Светлана и Ёрочка-девочка Златочка. Но сегодня разговор не о ней. Сегодня я хочу с вами поделиться, как у меня хранится, в чем хранится и как расположены сыпучие специи. Итак, вот стоечка со специями. Баночки куплены в Икее. Я покупала, в наборе было 3 штуки, стоило 99 рублей. И в этот раз ездила 4 штуки в наборе и тоже 99 рублей. В таких баночках очень, ну мне по крайней мере, удобно хранить специи. Итак, верхняя полочка. На верхней полочке у нас расположены баночки со специями. Вот, например, с укропом сушеный. Мы сушили домашний укроп и храним. Главное, чтобы крышечка была закрыта, чтобы влага не попадала туда. Дальше. Здесь у меня куркума. Ну, я ее добавляю, ну, наверное, только в одно блюдо, в плов. Больше не знаю, куда можно еще, ну и не сильно я ее люблю. Только лишь в плов для цвета. Дальше. Специи для плова. Куплены в магазине «Глобус», по-моему. Сухой чеснок. Купила на всякий случай. Ну, вдруг не будет свежего, можно добавить. Так, убираем все назад. Также на верхней полочке у меня стоит поваренок. Вот поваренок, и здесь ложечки для специй. Вторая полочка. Так, смесь для мяса. Эту смесь мы были на юге и купили. Там очень вкусные приправы, ароматные. Ой, прелесть, красота. Вот отличаются южные специи от просто купленных в магазине, конечно. Смесь для картофеля. Вареный картофель можно добавлять. Вот это, но я не добавляю, потому что, не знаю, мне нравится со своим ароматом картофель. Приправа к мясу. Также куплена приправа на юге. Что-что, а вот с юга мы привезли приправ-то приличненько. А приправа к мясу еще одна, она отличается. Здесь прям зернышки такие. Ну, а здесь, не знаю, мне здесь кажется смесь вообще всяких специй. И что здесь? Смесь для рыбы. Тоже куплена на южных курортах. На рынках южных курортов. Так. И на третьей, самой нижней полочке у нас стоит, ну, как всегда, наша любимая соль с приправами уже. С ложечкой, кстати, уже. Вот. Ой. Не передаваем, какие ощущения, какие запахи от этой соли. Любимая соль, любимая. Дальше, что у нас здесь? Приправа для щей. Эту приправу мы отдыхали в Лазаревском и купили ее. Тоже, он какая она красивая, ароматная. Южная приправа. Так, что у нас здесь? У нас здесь приправа для гуляша. Тоже. Мне кажется, нижняя полка вообще с Лазаревского привезена. Тоже какая. Ой, красавица и ароматная приправка. Как хорошо гармонируют с икеевскими баночками. Просто прелесть.
Так, здесь приправа к курице. Не буду врать, но, по-моему, тоже куплено в Лазаревском. Мы просто в 16-м году были в Лазаревском. И там мы закупились. Купили себе. Купила сестре. Она у меня тоже любительница всяких приправ. Вот. Ну, а что здесь у меня? Стоечка для ножей. Лягушечка. Вот такая вот лягушонка. Я так думаю, это вообще солонка. Но она у меня для ложечек. Чтобы специи можно было брать. Вот лягушонок с деревянными лопаточками. А вот такая вот, вот такой вот кувшинчик. Это куплено в фикс-прайсе. Вот. И чтобы было удобно. Пробочка тоже. Как бы это комплект из фикс-прайса. И чтобы было удобно брать. Мне муж сделал вот такой крючочек. Потому что если без крючочка, плотно закрываешь, и пробка, она разрушается, начинает крошиться. Ну, он мне вот такой придумал способ. Ну, а здесь подарок мужа, так как я люблю фигурки лягушат, он мне подарил вот такую мальчика и девочку. Так дружненько идут, за ручки держатся. И охраняют мой уголок для специй. Ну, а теперь мы пройдем шкафчик, где хранятся специи, но уже не в ваночках, а в пакетиках. Итак, мы с вами из моей изластёны переходим к шкафчику, который находится в нашей кухонной мебели. Вот такой вот он. Ну, он не узенький, но все равно поуже, чем другие. Итак, здесь у меня нижняя полочка. Контейнер куплен в нашем замечательном фикс-прайсе. Что здесь находится? Чай Тесс в пакетиках. В последнее время стали пить почему-то чай в пакетиках. Оно быстренько, удобно. Еще один чай Тесс в пакетиках. Это с шиповником чаек. Так, тоже Тесс с клубникой и бананом. В пирамидках. В пирамидках, да, мне тут за мной следят, контролируют. В пирамидках. Здесь тоже в пакетиках шоколад, трюфель. Тоже в пакетиках просто шоколад. Гринфилд. Гринфилд, да. Здесь Тесс с чем у нас? Просто с малинкой. Или земляничкой. Или земляника, или малина. Что-то одно. Так, ну вот этот чай мы купили. Черный с ароматом клубники. Как он был полный, так он полный и есть. Мы покупали каждодневский в Ашане. И также мы купили лимонный, черный. Тоже важный. Ну, что-то как-то не знаю, мы его так и не откроем никак. Сынуля уезжал в Казань в командировку. Я ему говорю, возьми с собой. Он, нет, спасибо, не хочу. Ну, не знаю. Как-то не сложилось у нас с ашановским чаем. Почему, не знаю. Пьем другие чаи. Вот. Нижняя полочка с чаем. Ой, здесь у нас мышки сидят на кружечке с лимончиком. Да, завелись две мыши домашние. Жалко их выпускать на волю. Зима, холодно. Вот. Поэтому живут дома, в шкафчике. Ой, так. Ну, это куплен баночка-контейнер в фикс-прайсе. Здесь хранится тоже южный привезенный лавровый лист. Ой, пахнет. Так, дальше что у нас здесь?
здесь у нас вот в таких баночках из-под варенья. У нас здесь молотые сухарики для панировки, а здесь крахмал. Убираем все назад. Так, и следующая, вторая полочка. Что у нас там? В таком же контейнере, купленном в фикс-прайсе. Ой, тяжелый. Здесь у нас кофе. Кофе в зернах. Кофе шоколадный, молотый. Пересыпала я просто в баночку из-под другого кофе. А так, кофе молотый, шоколадный. Дальше. Вот такой кофе. Покупали его в Глобусе. Так, здесь уже, ну, почти закончено кофе. Уберем, легче будет корзиночка. Здесь эгоист, который мы очень любим, очень вкусный. Но кому как, то кому нравится, кому нет. Здесь тоже кофе. Если честно, не помню, какое. Молотое. И здесь тоже молотое кофе. В баночках свободных засыпали. Дальше. Так, вот такой контейнер. Купили в твоем доме. Опять же, любимые сухие сливки, корейские. Нравится с кофе пить. Ну, можно и живые сливки. Сахарная пудра для выпечки. Желатин пищевой. Желатин пищевой. Желирующая смесь для мясного заливного. Но так и не открыто. Не пользуемся. Дальше. Ванильный сахар. Очень люблю ванильный сахар. Это просто сказка, как пахнет. И готова задерживаться в тех отделах, где у нас есть запах корицы или ванили. Привлекает. Лавровый лист куплен тоже в Ашане. Также в Ашане лавровый лист, но не пользуюсь, потому что южным пользуемся. Так, корица. Пользуемся открыто. И крахмал. Все хранится вот в таком вот контейнере. Так, это мы потом уберем, чтобы не ваше внимание не задерживать. Третья полочка, такой же контейнер. И здесь у нас... И здесь у нас лимонная кислота. Это когда мы делаем закрутки. Желатин пищевой также закрыт и не пользуемся. Но так, на всякий случай, красный перец молотый тоже закрыт и не пользуемся. Видно сразу, чем пользуемся, чем нет. Так, лавровый лист тоже закрыт. Пользуемся южным. Так, также лавровый лист открыт, но, по-видимому, давно. И разные специи. Вот в пакетиках. Ну, вот здесь контейнер этот, ну, редко очень пользуемся, потому что в пакетах неудобно. Все, что вкусно, все, что ароматно, и чем чаще пользуемся, находится вот на полочке, которую я вам показывала. Очень удобно, рядом с плитой. Так. И в таком же контейнере, купленном в фикс-прайсе, удобный, правда же, у меня какая-то сиреневая такая кухонная мебель, фасад, поэтому более-менее подходит. Так, что у нас здесь? Здесь у нас кофе в зернах, шоколадное, так, что, горячий шоколад, ну, не пользуемся. Кофе в зернах, пользуемся. Горячий шоколад закрытый, не пользуемся. И здесь у нас молотый кофе Жекей. Пакетики завязаны. И также в пакетике куплен чай. Тоже в пакетике все завязано, все по-хозяйски. Чтобы аромат чая не выветривался. Вот и рассказала я вам о своем шкафчики, где находятся у меня специи, где у меня находятся чаи. А
А теперь пока-пока. Подписываемся, заходим на мой канал. Не забывай меня, я по вам скучаю.